Итак, всем привет, с вами Макас, и как обещал, я наконец-то начал играть, ну как я думал, за бородатых брутальных чуваков, но не настолько они как бы бородатые, вот что меня сразу напрягло, но в принципе так пока внушает доверие, и куда-то давайте покатаемся, посмотрим, еще не знаю, как будет называться данный типа программ, ты не придумал. Ну, возможно, в мою голову кто-то придет. Если вам, допустим, не понравится название, которое я могу в комментарии написать, какое лучше. Ну, подходить данному герою, я не понравится, в принципе, изменю название. Так, куда ты едем? Сейчас я хоть что-то перепроверю. Так, все нормально, просто он что-то разговаривает. У меня в ушах. Ну, наконец-то я за реальных парней. А пострелять можно, что ли, блядь? Ой, пострелять. Держи дорогу! Волчара позорный! Козел. А, это свой. Ну ладно. Едем, продолжаем все-таки веселиться. Мне очень весело. Так как я уже месяц собирался поиграть. А, машина! Вот, и начал играть, и до выхода GTA на PS остается все меньше времени. Мусора! Вот, и поэтому все нормально. При заказе она сейчас 1500 стоит, 1500 как всегда нет. Так, ладно, вот, приехали. Дальше играем 4-4. Я еще напомню, то, что я первый раз... Эх, ты вон такой голубая устрица. Ладно, это, наверное, наш клубешник. Короче, мы что-то выпили, чуть не подрались. Меня что-то один притирает бородат. А, вот он, кстати, взял. А что это ты ко мне сел? Ну, ладно, может, он мой кореш, пока я не разобрался. Такой говорит, ты... Мотоцикл, давай, я вообще... Какой нахуй мотоцикл? О чем вообще? Вообще не помню. Ну, в итоге мы едем, короче, в салон мотоцикла. За мотоциклом. Все, начинаем. Хватит. А если... А, ну, в смысле, я орать не буду. Орать не буду. Оглох на одно ухо. Не знаю, вот полдня уже косит, как папа старый. А? А? Пока не вычислил, почему. Ну, реально оглох. А, GTA 4, как я просто... Каждый сантиметр уже, наверное. И это сейчас пройдет, каждый сантиметр будет узнать. Вообще. И ждем пятую. Пока я разумный. По предзаказу отдадим. Или все-таки в магазин купить его. За 2500, по-моему, или 2 цена. Так, ну, хорошо, что теперь мы не за... не за трансвестистов играем, за мужиков реально. То есть, это подустал тема. Пацаны, как бы, и от пидорасов я подустал, и от самолета. Ой, вернее, самолет я не устал. А, от вертолета я устал. Потому что больно много вертолетов. Так, снимаю фрапсом, да? А, ежели... Ну, я, конечно, сам посмотрю картинку, как это все будет происходить. Если уж совсем никак, то пишите там комментарий, там, понимаю, нормально, правда. Но, в принципе, я думаю, должно быть нормально. Правда, довольно много места занимает, долго видео обрабатывается, а на векам я смогу чаще видео. Так, что-то он там тринит, я опять, как бы, читаю. Не успеваю читать. Давай, нам реально... мы сейчас в салон... Ну, стопудово, сейчас мотоцикл... Ты дистанцию держи, вы чё как ублюдыши едете, блядь, туда-сюда? Так, во, гараж, нет? А чё это за гараж? Вон как, вот смотри, я сейчас встану, и у всех паника. Ты что, с топором, что ли, едешь? А где твоя рука? Заедь, что ли? А, там, там держал. Козла поставь. Вот сейчас попробую на козла. Ну же, давай! Ну как, ну же! Нет, на козла не дает встать. Что-то я тут первый раз еду, что ли. А, нет.
напоминаю, то что мы играем в дополнение. Четвертой части. Я еще не играл в нее, как ни странно. Я основную-то прошел за неделю. И все, и успокоился. А тут, оказывается, еще потом вышло две игры. С разными миссиями. Ну, вот это, мне кажется, будет более по нраву. Короче, понравится мне она, потому что, не за гейков, пидорасов, а за нормальных людей можно сыграть. Тем более, мотоциклетная тема мне близка, хотя у меня и мотоциклов нет. Но я думаю, в скором времени финансовое положение мое чутка улучшится. И чтобы улучшилось мое финансовое положение, надо развивать этот канал. А этот канал я... Благодаря только вам он разовьет, сам его никак не разовьет. Ну, с меня только видосы, с вас просмотр. Так, визит Лос-Сантос. 300 баксов. А, вон самолет. Так, ну вот, приехали, сейчас посмотрим, надерут ли нам задний. Да не похоже это на... Автопати. Где салон мотоциклетный? А, да не тут-то было, мотоцикла нет, приехали. А где он? Стоп. Не, одного чувака прям понравился, сцена была прям к колесу. Он такой, забрали там какие-то еще херы, короче. Ушли отсюда, сейчас будет трюк. Ну ладно, мы попробуем, конечно, перелететь. Ничего не обещаю. Спортивный надо мотоцикл. Эти ушлёпки, интересно, за мной и в огонь и в воду. А, блин, тут надо разгон брать. Всё, понял. А, ну вот отсюда сейчас уже перелетим. Юху! Сейчас проверим. Остальные яйца нашего товарища, который сидит сзади. Мы палим, кстати, ребят, так ездит. Итак, все самое интересное только начинается. Эти ушлепки тоже за мной. Боком! Боком валим! Валим боком! Стоп! Есть. Так, где ушлепки? Вы что, тоже перелетели? И симулировали? Ну ладно, как бы не видел, ладно. Отлично был трюк. Норм вообще. Едем. Ай-яй-яй-яй! Ты чего, мужик? Спасибо за комплимент, потому что предыдущие части прохождения меня не радовали такими словами. Так, ну, как бы, да, за мотоцикл сейчас полгорода, полгорода разорвем. Чё, посерединке встал, ушлёпка. Встал. Не нравится мне подобный мотоцикл, класс, как бы они. Спортбайк получше, как-то лучше. Не спортбайк, а такой туристический они называются. Спорт-туризм. Как бы, не понимаю, фишки. Говорят, удобно. Ну, в реале вот удобно ездить, как ты сидишь вот как мудак. Ну, в смысле, ну не как мудак, а ноги вперед у тебя, руки так, широкие руки. Не очень удобно. Так. У нас, кстати, сегодня зима. Сегодня так с утра в машину поехал. Я позабавился, да, дрифтов неуправляемым. Чуть-чуть машин себе не догнал, там повезло. Все, перевезем, надо менять. Так, приехал. Вроде говорят, должны давно потеплеть. Ну, потом, соответственно, зима вернется. Так, Салваж был. Вы что, мотоцикл побросали? Курвы тыловые.
на мультики, а я там крутой, как Терминатор. Мне нужны твои штаны и куртка! Козёл! Ты не ожидал меня, то что я даже с мотоцикла не съезжу, знаток, я ленив. Ну и всё, что, разборка закончилась, что ли? Я вот. Привет. Осёл. Ну, красивый, что ли. Ха-ха-ха! Я так и весь день могу! Так, ну, и где еще один подвес? Паскудный. Да вы куда стреляете-то в поле, блин? А, вот. Я в это залез. Блин, как отсюда выходить? О, отлично, я залез. Блин, как выбраться отсюда? А, ну вот, вот. Так, еще дышит все. Билли, Билли. У нашего Билли мало извилин. Что-то я не понял. Сядьте на мотоцикл, ну сяду. Так. Да нет. Надо вот на этого сесть. Да, в позе он, конечно, раскорячился. Просто как орел. А это что он так? Ты чё встал вообще? А он пошел отсюда! А, все ясно. Он как еж, птица гордая. Пока не ебанешь, не полетит, он даже в забор врезался. И чё такое? Баг игры, что ли? Чё? Чё за херня? Наверное, что-то какие-то чудеса. А-а-а, нас преследует БС какой-то. Так, что делать? Так, на козла я встать не могу почему-то. Когда вы едете в колонию, можно если камеру ходить. Слов. Лидер. Я должен быть лидером. Тут непонятно, как логотип мне подключил. Вот я на него заехал. Это байк, что ли? Из-за этого говна весь сыр-бор был? Козёл, блин. Байк, мой байк, там одному там лицо разворотили, второму, третьему. Держись в строю, пошел нахер. Ай-яй-яй, затылок. Затылком упали. А, логотип, может, с куртки моей там? Ну да, да, с куртки моей. Так, сколько нам времени? Так, ну же, давайте. А чё? Чё за херня с нами? Не прикольно даже. А, может вам показывают моё место в стаде? Даже если собираюсь тянуться в ванну какую-то дерьмо. Я категорически против дерьма. Прикольно, новое приключение, новое имя. Сейчас ещё параллельно играю вот сына Рима, что ли. Вот, вообще круто. Как кино прям. После да, ну, уже свое удовольствие играть. Прохождение не стал записывать, потому что как я не особо получаю удовольствие от игр, когда вот снимаю. Ну, GTA понятно, нормально. Тут я уже просто все знаю, там прям круто. Чё сказал? Ну ладно, продолжаем. На красный будет. Блин, этот главарь может и ехать по. А, быстрее хотя бы. Какой выпил за любовь, рекламирует пиццу. Игорь Николаев. С такой скоростью мы, конечно, такие. Никакой культуры вождения. А, итак.
и такой цветным полосам индикатор рядом с временами радара доказано, насколько сильны ваши соратники. Наш персонаж явно силен, он пытается отлепить яйца от ляжек. Итак, вот это клуб испорченных, не испорченных, а проклятых. Короче, вот тут я могу периодически ходить. Вот здесь я сейчас возьму, наверное, миссию. Ну, в принципе, да, давайте возьмем миссию. Итак. Убрали, что ли? Короче, опять, что-то я вообще что-то на всех так настроен. Красавцы, хрен. Ну как так вот, настроен, херов. Сейчас приехал товарищ, оказывается, короче, две банды. Вот мы, короче, там вот эти вот пропащие и ангелы смерти. А я так понял, две банды в городе. Враждую сейчас к нам приехали, одного, короче, прям сразу замочили. Вот мы сейчас едем, наверное, добивать остальных. Я просто не, пока не вкурил еще немножко, но сейчас, я думаю, картина будет ясна. Я мастерский. А, вон, все, мы их догонять едем, типа, ах, скопы. Это моя работа. Уху, факу показал. Я просто крутой. А-а-а, машина! По встречке поехал, тот поразил. Тачку передайте. Факу показал, убивать не надо, что ли? Тормози, ну поворот, хосел! Так, и я остался один. Да? У меня быстрее тачка. Как он, блин, он по другой ветке едет, да? А, ну они выходят все вместе. Как ни странно. А, нет, встречки хотел сказать. Так, дробовик не достает. Пропащий руль. Макас руль. Так. Посыпал в данном случае. А, вылетай. Э, ты товарищ потерял, если чё. Товарищ! Чудом! Ушел отсюда! Это мой товарищ! Столбы, столбы! Столбы надо выезжать! Да блин, подойти! Вот и все! Last for life! Козёл! Так, вот телефон другой, Nokia. Эх, так, всё, развернулся, что ли? Поработаем потом. Найдите Билли, давай. Сайт. Так, все, взбодрились, едем. Сейчас, наверное, миссию захлопнем и на сегодня прервемся, так как сегодня время будет. Ну, потерял, совсем занимаюсь не теми делами, которые надо. Ха-ха, я успел стрелять. Только забор мой, да, моей башкой только заборы рушат. Так, где же? Блин, хочу на тачке, но тут, наверное, тачек не будет, всегда будет мотоцикл. Хотя, может, будет грузовики. Я, в принципе, я могу в любую, наверное, машину сесть. Как я думаю. А зачем? А? А тут вот зачем я так делал? Так, вот вроде убили. А, итак, ну вот, мы заработали $750, прошли эту миссию. А, итак, тут у нас там погиб он из нашей банды.
Итак, всем спасибо, кто смотрел. Завтра продолжим. Дископлощадка. Вот. И. Ну и будем проходить за байкеров. Судорогу ждать января, конец января. Надеюсь, я смогу себе позволить купить GTA 5. И будем в нее играть. Ну, а насчет байкеров все только у нас начинается. Так, отвечать не будем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас дрифтанем на площадке на детской. Надеюсь, мусоров не вызовут. Всем пока.